инспекциях мы разбирали действия на организм таких микроэлементов, как железо, хром, медь, марганец, йод и молибден. Сегодня мы разберем селен, кремний, серу, цинк, ванадий и основные недостающие о микроэлементе молибден. Молибден предотвращает разрушение зубов и угнетение половой функции у мужчин. Участвует в метаболизме железа, удаляя из организма излишки меди. Источники в природе – это гречка, бобовые, пшеница, ячмень, рожь, соевые, яйца, изделия из муки грубого помола и любой хлеб. Содержание молибдена падает в продуктах с излишней очисткой. Дефицит в организме наблюдается редко, потому что он содержится во многих продуктах. Клинические проявления дефицита – аритмия, беспокойство, мышечная слабость. Официальная доза на сегодняшний день не обозначена, но в Соединенных Штатах детям рекомендуется принимать от 30 до 300 микрограммов молибдена в день. Взрослым где-то 150-500 микрограммов. Высокие уровни молибдена 10-15 миллиграммов в день могут вызвать нарушение солевого обмена, такие как подагра. Ну, кто не знает, это отложение солей минеральных в суставах и нарушение подвижности этих суставов, а также их воспаление. Также избытки молибдена увеличивают выведение меди для организма, что приводит к ее дефициту. Выпускаемые препараты с молибденом содержат от 5 до 500 микрограммов. При использовании этих добавок следует тщательно соблюдать инструкции.